Он покорил зрителей уже с первых секунд своего выступления. Осанкой, пластикой движений и именно тем кавказским колоритом, который так любим в России. Своим созданием Лезгинка обязана ученику легендарного балетмейстера Игоря Моисеева Танхо Израилову, по крупицам собиравшие его первый состав буквально с улиц. Но сегодня этот коллектив – яркая визитная карточка республики, украшение любой сцены и достойное обрамление для укрепления отношений между Дагестаном и Оренбуржьем. Мы договаривались с руководителем Дагестана, но, к сожалению, там произошла смена власти. Вообще у нас было в плане, что он прилетит сюда вместе с этим ансамблем. Мы здесь подпишем договор о дружбе с Дагестаном. Посмотрите, у нас 126 национальностей, в том числе и есть большая дагестанская диаспора. И здесь есть представитель, который возглавляет эту диаспору, мы общаемся, работаем. Ну а для меня Дагестан – это моя молодость. Я в 1971 году первый раз попал туда. Я очень часто бывал в Махачкале, Дербент, Дербентская впадина. Гостеприимство кавказских народов в Оренбуржье не потерялось. Оно внесено в дружную семью нашего многонационального края. И другого ответа от оренбуржцев никто не ждал. Гордость испытали за свою страну. Что у нас такой народ есть. А то у нас пытаются в последнее время разъединить русских с Кавказом. Ну, а мы гордимся. Светлана Кабанова, Никита Плотников. Новости дня.